приехал в Крым, проведи 2 недели на самоизоляции по месту жительства. А если речь идет о тех, кто приехал в командировку или на отдых, как и где сегодня можно разместить туристов? Мы вируспатруль, мы проверяем, как соблюдают в Крыму режим изоляции. В соответствии с указом главы республики с 28 марта по 1 июня приемы размещения гостей в детских лагерях, санаториях, гостиницах, пансионатах, да в общем везде запрещены. Исключение составляют лишь те, кто приехал в командировку, и то без возможности продления. Ряд крупных гостиниц просто приостановили свою работу. А вот частный сектор открыт для предложений. Команда программы «Вируспатруль» изучила спросы и предложения на одной из самых популярных платформ аренды жилья. Предложений действительно масса, и снять жилье можно в любом районе города. Разбег цен начинается от 1000 рублей, ну и как договоритесь. Скажем прямо, режим особой готовности повлиял на работу арендодателей. Но это не точно. Можно снять сегодня будет? На какое количество времени? Двое суток давайте. Я с девушкой. Сегодня с девушкой приезжаю, прилетаю. Откуда? С какого города? Москва. Ой, не, ребят, не буду, извините, у нас такая обстановка. Москвичи сегодня у арендодателей не в чести. Еще несколько владельцев недвижимости отказали жителям столицы. Правда, видимо, по своим каналам передали наш номер менее осторожным, и мы получаем звонок. Алло, да? Алло. Да. Алло, добрый день, я мне девочка ваш номер дал насчет квартиры. Да, алло. да, я слушаю вас. Димочка, ну я жду вашего звонка. Хорошо, да, договорились. Там никого не было. 10 дней, так что там все натерто, чистенько. Еще несколько минут, и у нас уже готов целый список адресов для выбора. Алло? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я по объявлению звоню. Можно будет сегодня квартирку снять? Да, можно. Вам на 1 сутки? На 2. Можно, свободна квартира. Хозяйка жилья оставила нам адрес. Сейчас мы попробуем снять квартиру, а заодно и проверить, какие меры предосторожности используют арендодатели. А вы не боитесь сдаваться? Лучше бы помыться. Ну, не знаю, вдруг если заражены как-то. Я вообще в это все слабо верю, поэтому. Не верите в это? А вы не проверяете, у кого там, не знаю, справки какие-нибудь? Это нас пугают, когда при въезде. Температуру не мерите? Да знаете, как бы там ни было, все равно совсем больные. Если человек где-то уже совсем там не в состоянии, он не дойдет до съемки. Взяв время подумать, мы возвращаемся в эту квартиру через несколько минут. Здравствуйте, это снова мы. Мы на самом деле работаем на телевидении. Программа «Вируспатруль», мы проверяли, сдается ли в Крыму квартира. Только что мы это все сняли, как мы пытались снять у вас квартиру, и вы ее нам рекомендовали. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что вы нарушаете закон? Вы попросились переночевать у меня, я вас пустила, вам ничего не понравилось, вы ушли. Вы знаете, что вы нарушаете закон? А вы знаете, что вы были на частной собственности? Конечно, мы пытались снять у вас квартиру, и у нас это практически получилось. Вы нарушили закон. Вы знаете, какие штрафы за это сейчас грозят? Без понятия, какие штрафы, вы были на частной территории, вы ко мне вламываетесь в квартиру. Не нужно меня нервировать, у меня больное сердце. Всего доброго. Права свои знают, как и что такое частная собственность тоже, но вот о новых реалиях не слышали или просто игнорируют. А это другой адрес, нас встречают на улице, как бы что ни вышло. Как-то вы обрабатываете, ну там не знаю. Ничего не делаю, никого не было. Я сам живу на 5-м этаже здесь. Поэтому я здесь рядышком. А вы не переживаете, что, например, мы придем, а вирус занесем? Нет, я пишу здорово. В этом доме нам тоже согласились сдать квартиру, правда, посетовали на низкий спрос, поэтому и цены такие доступны. Вот арендодатели и хватаются за каждый звонок. Квартиры для сдачи открыто предлагают всем желающим. Кстати, жилье могут сдавать и в вашем доме. Если вы заметили нарушение режима, снимайте на видео, присылайте нам в редакцию с пометкой «Вируспатруль». «Вируспатруль» утверждает, чтобы быть поменьше дома, оставайтесь дома.